Всем приветики! Мы тут убираемся. Ваня, не надо. Не-не, вот эти маленькие бумажечки. Да? Да. Вон там еще чуть валяется, белая. Брюха. Она была еще в дверей в упаковках. Поцарапана. Смотрите, как мы убираемся. Если не слышите, перемотайте назад. Вот с пакета. Зачем? Да. Кусочки боя от дизайна. Так, в общем-то, всем привет. Мы приехали на квартиру, сейчас к нам приедет клининг, да? Будут нам отмывать. Ну, сейчас, да, сейчас они зайдут. Вот. И будем отмывать квартиру. Ну, точнее, не мы. Мы тоже? Мы будем смотреть, как нам будут ее отмывать. Так, в общем, Денис сказал отрезать от каждой обои на кусочек, чтобы нам на углах потом... Ой... Как же показать? В общем, там, где у нас зазоры от обоев, в общем, такие палочки купить, чтобы соединить эти обои, я не знаю, как это еще называется. Вот сейчас будем отрезать, чтобы подобрать максимально по цвету. Ставьте лайки. Вы так сможете, как папа. Лайки, лайки, лайки. И всегда подписывайтесь на мамин инстаграм. И на ютуб. Конечно. И на тикток, конечно. У меня тоже свой есть тикток. Вот они, все расцветочки обоев. Вот, я про эти уголки говорила, не знаю, как это называется. Вот, видите, обои, стыки, да? Их нужно закрыть вот такими палочками. Не знаешь, как они правильно называются? Уголки. Уголки прям так и называются, да? 15 миллиметров брать. Вот. И от самого верха до самого низа придется делать. Не до самого низа, плинтус. Ну... Сначала они плинтуса поставят, а потом будем уголки. Ну да, логично. Все логично, все логично. Вот. Тогда просто берем просто в запас. Вот здесь 3 метра. Ну давай, хорошо, пиши. Да. К нам приехал клининг. Здравствуйте. Смотрите, сколько они всего-всего-всего напривезли. Всех моющих средств, свои пылесосы, все-все-все свое. Даже свои стремянки, да, Варя? То есть ничего не нужно. У нас здесь уже ванную начали отмывать. Здесь уже пылесосят. Вот, смотрите, какие у них крутые пылесосы. Четко прям. Вот, скоро будет чистота и порядок, я очень рада. Все, здесь мы написали, сколько нужно каких палочек. Это нужно не забыть. В общем, сейчас нам отмывали ванну, и нам сказали, что ванна до конца в любом случае не отмоется. А вы знаете, ты строители обоями из клея умазали. Еще помните, еще одежду они все разбросали, там нарисовали на
плитки. Варя поперла, как меня. В общем, ванну измазали клеем от плитки ПВХ. Вот, и плитка в любом случае... Ой, ванна у нас уже до конца не отмоется, она уже шершавая. Я думаю, что стоит этим строителям просто денежки не платить совсем. Да, они с нами так поступают. Потому что ванна у нас стоит 30 тысяч рублей. Мы им должны меньше, я думаю, будет честно, если мы им не заплатим. Вот, это тот же строитель, который вот клал плитку ПВХ. Это тот же строитель, который нам накосячил с обои. Денис пока решил вон все дырки сделать под розетку. Убрать обои. Вот у Варюшки тут. Вот здесь дырки сделали. Обои убрали по кругу. Денис у нас решил вскрыть кровать. Это реечное дно. Ланцет же, да? Правильно я говорю? Mm-hmm. Вот, реечное дно, ланцет. Снимаю на маленький телефон. Я покажу, как вот тут мы на кухне. Тут пишу полосеком. Вот тут вот что делает. Там мой пол. Он там тоже мой. Похоже. Вот, по-моему, уже очистили. Вот это вот наш кухня, тут морозилка, а вот сама кухня. Вот она, вот эта кухня, это холодильник, вот это. Вот здесь продукты будут, а тут всякие мясо будет. Вот так все выглядит. Вот там вот Тёма моет пол. Вот. Тут можно постельку одеть буду. Заходим в маминую комнату вместе папину. Сюда идет, а он скажет, что это. Вот матрас, вот наши обои. Какие уже остальные? Вот наши одежды. Вот окно. Вон там остальные. У нас цвет оранжевый дома. Вот так вот. Ну все, всем пока. Все, одно реечное дно собрали, но, естественно, есть еще одно. Варюха, это очень тяжело собирать. Как оказалось, очень тяжело вторую часть палки вставить вот в эту резинку. Вот, и одному собирать вообще, ну, конечно, реально, но очень сложно. Подожди, папа пусть отдохнет, потом дальше будем. Ну что, Варюха, все, расправили мы матрас. 72 часа он еще будет расправляться. Тебе нравится? Да. Как звездочка на нем можно лежать? Вот так. Вот так. Класс. У нас все еще моют. Вот это речное дно одно собрали, вторую чуть позже соберем. Давай. Класс. Но правда, пока здесь, у нас здесь кровать будет, естественно. Да? Лежу на матрасе. Варюха, отдай зайца, спасибо. Варя мне вот забирает, обратно отдает. Вот, очень удобно лежишь, можно вообще поспать, за тебя убираются. И можно также переночевать. Да. Варя все просится переночевать в квартире, но мы, во-первых, без Тёмы. Да, Варя? Мы не можем без Тёмы. Он обидится. Вот. А так уже очень хочется скорее переехать и здесь начать ночевать. Прям безумно хочется. Очень.
А мне тоже хочется свою комнату. Да. Да, да, да. Ну, скоро совсем уже. Да. Да? Сейчас надо вот эти штуки как-то. Вот эти. Плинтус. Плинтус. Но завтра уже его будут устанавливать. Плинтус. А потом надо, да, мебель, а потом уже переезжать. Мебель надо покупать. Где бы найти бы деньги на всю эту мебель? Кошмар. Ну ладно, найдем. Очень долго, поэтому мы пока заказали. Денис у нас уже ест. Ужин на полу прям. Вот, у меня суши. Я тебе сейчас открою, Варюш, подожди секунду. Так что, все, первый наш ужин в этой квартире, да, Варюша? Да. Все, мы покушали, клининговая компания уехала, я безумно довольна, все очень чисто, я бы так никогда в жизни бы не отмыла, вот, потому что у них специальные средства после ремонта, вот, и все очень-очень чисто, безумно чисто, ванна чистая, туалет чистый, чему я очень сильно довольна. Вот, лежишь, отдыхаешь, а за тебя убираются. Это ли несчастье? Обычными, да, Дениска? Да, вот это правда. Обычными средствами после ремонта мы бы не отмыли. У них специальные средства после ремонта, и это здорово. Реально здорово. Все, мы выдвигаемся домой. Всем пока. Дениска уже оделся. Пока-пока. Пока. Пока. Варюша, пока. Пока-пока.